Ой, смотри, бегемотики. Птички, бегемотики. Смотри, большой бегемотик. Маленький. Большой бегемотик это папа, а мама. А маленький это Алекс. И Алекс. И Алекс. Папа и Алекс, да? Давай пойдем еще на сравнение посмотрим. Пойдем посмотрим. Пойдем, Алекс. А это кто? Ух ты! Смотри. Как... Она живет в Африке. Западная и центральная Африка. Красивая какая, да? Пойдем посмотрим, что папа показывает. О, смотри, Алекс, смотри, обезьянки. Смотри, как здорово. Сколько обезьянок, Алекс? Пойду посмотрю, что дальше. Ну вот, папа, мама, Алекс. Ну там еще маленький обезьянчик, это оленчик. О, вот папа. Вот он, папа. Смотри, какая большая. Горилла, вестерн. Лоулайн горилла. Тоже все африканское. Western lowland gorilla. Посмотрим, что там еще. Ух ты! Какой зверек интересный. Называется Окапи. Конго Ривер. Это значит, где-то около реки Конго живут они. Главное, у них задняя часть, как у зебры, полосатая, коричневая и белая. Что еще нашли? Ух ты! Бонго. Это бонго, полосатый какой интересный. Вот бонго. Живет в лесах на экваторе Африки. Ой, носорог. Это носорог, Алекс. Как живые, да? Что еще? Это кто? Ой, зверек какой, написано Rachel or Honey Badger. Сахара, Сахара, Сахара. Ой, жираф, смотри. Какие большие, высокие жирафы. Смотри, он тут водичку пьет из лужи. Ой, слоники, смотри, большой слоник и маленький слоник. Бэйби слоник. Алекс, ты
Бычки. Смешные рога у них. У бычков. Что написано, малыш? Африканский слон. Тоже сафари в Африке живет. Это тоже сафара. Кейп Буффало. Бычки. Такие хорошие, смотри, маленькие. Ты. Что там? Это рысь, наверное. Не видно, отсвечивает. Антилопа это, антилопа. Прям как будто в настоящем лесу антилопы гуляют. Что вы нашли? Это лема. Прям кого-то нет. Ух ты! Как здорово! Львы! Вот такая вот.